И Меттерних сказал ему: «Вы знаете, я проходил мимо ваших солдат. Это же юнцы. Сейчас их убьют. Кого вы наберете, младенцев?» И он ответил ему, наверное, главной фразой своей. Он сказал: «Вы не солдат. Вы не знаете, что такое душа солдата. Вы не знаете, что такое привычка распоряжаться человеческой жизнью, когда тебе это нужно. Что мне эти 200 тысяч?» Привычка распоряжаться человеческой жизнью, когда это тебе нужно. Это и есть самое краткое определение тирании.